Тольяттинские полицейские Олег Козлов и Луиза Федотова для новорожденного Амиля все равно, что крестные родители. Это благодаря их оперативной работе малыш появился на свет не в машине по дороге в больницу, а в комфортной палате с помощью врачей. Когда жена позвонила Рамилю на работу и попросила отвезти ее в роддом, он ни секунды не мешкался, но время работало не в их пользу. Говорит, все, рожаю, приехал, сели. Она говорит, дышать не могу, все, я уже еду, везде пробки. Смотрю, сотрудники стоят, подъехал к ним, попросил, говорю, ребята, так и так рожаем, говорит, или здесь рожаем, или едем. Полицейские среагировали быстро, включили мигалки и домчали молодую семью до больницы, а через 2,5 часа на свет появился Амиль. Полицейские говорят, их работа заключается не только в том, чтобы следить за порядком, но и в том, чтобы выручать людей, попавших в затруднительную ситуацию. Находясь на маршруте патрулирования по улице Дзержинского, к нам обратился мужчина, со слов пояснил то, что у него в машине рожает его супруга. Нами было незамедлительно принято решение совместно с ними сопроводить их в горбольницу номер 5 в родильное отделение. Мы не считаем, что это героический поступок. Нужно помогать гражданам, это наша обязанность. Теперь полицейские Олег Козлов и Луиза Федотова проявляют интерес к судьбе малыша и даже пришли на его выписку с цветами и подарками. Виктория Шарая, «События».